сегодня профилактические мероприятия. Напоминаем водителям о том, что недопустимо отвлекаться за рулем. Не есть и не пить за рулем автомобиля. Казалось бы, простая истина, которую должен знать каждый водитель. Ведь это, на первый взгляд, безобидная привычка может привести к плачевным последствиям. Напомнить об этом гражданам решили сотрудники Щелковского ГИБДД. Инспекторы вручали местным водителям листовки, которые гласят: «Отвлеклись на мгновение на скорости 60 км в час, значит, проехали 16 метров вслепую». Сегодня мы будем общаться с водителями, которые посещают ресторан быстрого питания. Напомним о необходимости быть внимательными на дороге, не отвлекаться на то, что они употребляют пищу. Если они купили еду, необходимо припарковаться. Также инспекторы призывают граждан не разговаривать во время вождения машины по мобильному. Если ваш телефон неожиданно зазвонил во время движения и вам срочно нужно ответить, то просто остановите автомобиль, либо воспользуйтесь гарнитурой или громкой связью. Это тоже сбивает внимание водителя. Необходимо быть максимально сосредоточенным при управлении транспортным средством, так как много всего водителю нужно держать в фокусе: дорожные знаки, разметку, видеть других участников дорожного движения. Именно поэтому отвлечение, оно недопустимо. Соблюдаете все правила? Ну, я не еду за рулем. А по мобильному разговариваете? Нет. Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют гражданам соблюдать элементарные правила безопасности и не способствовать увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Удачи на дорогах! Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.